Дельта. Матч у нас будет ярким, в этом нет никаких сомнений. Здесь игра важна для обеих команд. Ну и атмосфера сегодня на стадионе просто великолепная. О составе мадридского Атлетика. В воротах Ян Облак. Ну что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Атлетико Мадрид – команда, долгое время находившаяся в тени главной мадридской команды Реала. Но сейчас Атлетико – это один из лидеров премьер. Да, когда Атлетико укрепился в роли одного из фаворитов чемпионата Испании, то чемпионат получил глоток свежего воздуха. Гонка Каталонии и Мадрида получила нового участника, который идет своим путем и борется тоже за первое место. Хорошо играет в отборе. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Но ничего здесь не получается создать. Коке. Савич. Льорент. Кондогбья. Классно получается у них играть в пас. Хорошо отдал, может быть опасно. Здорово читает игру вратарь и раньше других забирает мяч. А вот будет рикошет был. Мяч вперед идет к чужим воротам. Денис Суарес. Как здорово защитник сыграл сейчас. Кондогбья. Классно получается у них играть в пас. Прошу отдал, может быть опасно. Здорово читает игру вратарь и раньше других забирает мяч. А вот будет рикошет был. Мяч вперед идет к чужим воротам. Денис Суарес. Как здорово защитник сыграл сейчас. Кондогбья. Классно получается у них играть в пас. Прошу отдал, может быть опасно. Здорово читает игру вратарь и раньше других забирает мяч. А вот будет рикошет был. Мяч вперед идет к чужим воротам. Денис Суарес. Как здорово защитник сыграл сейчас. Кондогбья. Классно получается у них играть в пас. Прошу отдал, может быть опасно. Здорово читает игру вратарь и раньше других забирает мяч. А вот будет рикошет был. Мяч вперед идет к чужим воротам. Денис Суарес. Как здорово защитник сыграл сейчас.